Манул или паласов кот. Манул с греческого значит «уродливое ухо». Да нормальные уши, просто в детстве на борьбу ходил. А паласов кот называют, потому что в 1776 году Петр Симон Палас был первым, кто описал ударение на «а». Не перепутайте. Вот этого кошака. Шерсть манула очень густая. На квадратный сантиметр шерсти приходится около 9000 шерстинок. Прям как у меня в носу. Спать может на снегу и в минус 50, и в минус 50 на снегу. Как обычный кот, мяукать не умеет, зато фыркает и рычит. Ворчливый кошак, характер скверный. Проживает обычно в России, Монголии, Китае и Средней Азии в степях. Но может и на гору взобраться, примерно на 5 километров над уровнем моря. Это там же, где раки свистят. Жить предпочитает обособленно, отдельно, от своих, чужих и всех остальных. Короче, сильный и независимый. Днем из убежища, которым может служить чужая нора, практически не выходит. А ночью он охотник. Питание соблюдает мясоедское. На завтрак протеиновый коктейль из насекомых. Отобедать не против грызунами. А на ужин может и кролика заточить. Веганскую еду не одобряет. Пестики с тычинками невкусно. Ну, тут уж каждому свое. Манул не кот как кот. Помимо коротких лап, которые говорят о том, что бегать он не очень любит, имеет глаза как у тигра или льва, которые, в отличие от привычных нам зрачков котов, не становятся узкими, а всегда сохраняют круглую форму. Имея свирепый и сердитый вид, сам манул в опасность не полезет. Но если уж его зажали в угол, пиши пропало. Будет биться до последнего. Как рассвирепевший росомах. В неволе приживается плохо и, как правило, страдает от депрессии, так что одомашнить не получится. Понравился видос? Поддержи лайком и подпиской.